Полиция Нидерландов хочет принять в свои ряды пернатых. Специалисты уже вплотную занялись обучением орлов. Их тренируют перехватывать беспилотники, которыми в последнее время часто пользуются преступники. Первые результаты уже продемонстрировали журналистам. На этих кадрах хищная птица догоняет квадрокоптер, хватает его и приносит полицейским. Мы пытаемся оценить, насколько эффективно использовать хищных птиц на службе. Пока все тренировки проходят отлично. Я считаю, что в ближайшее время мы начнем это практиковать. Думаю, птицы будут готовы работать уже в этом году. Для птиц уже придумали и обмундирование, чтобы избежать травм от лопасти беспилотников.